Но здесь весьма мастеровитыми бойцами. Один из них Джинглин Парк, который пробился в полуфинал. Ну и вот ждем выхода Алексея Симыкина. Молодой проспект из России будет противостоять сопернику из Южной Кореи. Юные болельщики. Пока россияне в хорошем графике идут в этих дополуфинальных поединках. Лишь одному из них, Володиму Нацаканяну, не удалось пройти дальше. А пока все, которые выходили на полуфинальные бои, пробились в финал. Желаем того же самого и Алексею Симыкину. Видите, насколько Алексей выше соперника. Первый раунд. Кореец в правосторонней стойке, левша. Хорошо, бросает двоечку Алексей. Выставляет переднюю руку, вот так перекрывает обзор. Парк нашему боксеру. Довольно раскованно держится кореец. Опущенные руки. Движется в челноке постоянно. Алексей стоит плотно на ногах. И вот хорошо провел правый прямой. Капа выпала у парка. Не, по защите. Активнее надо включать сильнейшую руку Симыкину.
принципе, раунд заканчивается, он не таким результативным получился, как предполагалось. Много движений, много обманных финтов со стороны корейского боксера. Но мало попаданий. Хороший повтор. Является победителем Кубка Южной Кореи. Тренируется на руководство. Ну и вот момент, когда капа выпала у Парка. Быстрее стреляй. Правый живот, живот сперва. Пищишь голову. Больше правый. Чуть в голову рел. Ну что, второй раунд. 7-1, на мой взгляд, не проигрывает, но надо поднять чуть-чуть градус агрессии со своей стороны. Хороший джеб. Снова достал Семыкин. И снова передняя рука Алексея попадает. Хорошо развернулся. Завершил движение ударом. Алексей. Ну, сейчас бросил правую, не попал. Дал сопернику уйти. Мало точных ударов. И с той, и с другой стороны раунд заканчивается. Хорошо, вот сейчас двоечка под самый гонг удалась Семыкину. Ну, правильно, правильно, надо проснуться. Соперник ничего толком не может показать, кроме вот таких своих финтов, работы на ногах. Много движений, порой даже суетливых.
Чего ждать-то? Левый добавляй. Встреча, подход со встречным ударом. Лёх, ну как вы делаете? Да. Резко, быстро вперед, дам со встречкой. Ничего, тебя бам, со встречкой развернул. Ну да, все правильно. Алексею с его умением, с его опытом-то. Надо быть решительнее. Итак, смотрим. И он пошел вперед. Вот. Большие паузы. Слышите, да, подгоняют Алексея. Давай, давай. Время тает. Нужно доказывать все-таки убедительнее свое превосходство. Останавливаться. Финальная минута, надо провести ее. Так как надо, с ударами, с атаками. Ведь Спарк тоже ничего толком не делает, да? Обнял крепко парк. За талию Семыкина никак не хотел отпускать. Нокдаун. Наконец-то удался. И все, бой окончен. Ну что, помог этот нокдаун Алексею? Думается, да. Один удар бьешь, всего один. Все правильно, правильное замечание. Один удар, где серии, где повторные атаки? Есть претензии у Семыкина к себе. Это чувствуется. Единогласное решение. Да. Он проходит, конечно, но к финалу Денис Лебедев оценивает этот бой. Но в финале надо быть завтра другим. Нурсаидов так не даст боксировать.